студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Лето немножко побаловало нас солнечной погодой, а теперь мы снова возвращаемся в прохладный июнь 23-го. Неделя ожидается не жаркой и дождливой. Понедельник начнется с плюс 16-19 утром. Днем в Старомосковье и Губкине воздух прогреется до 21-22, ночью 14-16 выше 0. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, давление 742-743 миллиметра. ОФ-индекс средний 4 единицы. За неделю световой день сократится на 12 минут, до 16 часов 9 минут. Каждые сутки ночь отбирает по 1-2 минуте. 10 июля рассвет 4:24, закат 20:43. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов напольных покрытий «Квадратный метр». Делайте ремонт. Нужен линолеум, ламинат или кварцвинил? Важно в магазине «Квадратный метр» на Угарова 6 в ТЦ «Славянка». Делайте ремонт. Нужен линолеум? Угарова 6 в ТЦ «Славянка». Большой, хороший магазин напольных покрытий. Магазин «Квадратный метр». Приезжай. Угарова 6 в ТЦ «Славянка». За золотым ключиком.